Тр-тр-тр, погнали. Вот такая вот домина стоит. Дверь обычная, 250. Не заряжен. Правда, здоровый. И лестница идет наверх. Сверху, потому что не застроено. Чё, го, попробуем. В принципе, если по дверям пойду, могу 5 дверей таких расфигачить. Но не факт, что там будет обычная дверь, а не из МВК. Подождем, пока исчезнет. Смотрим. Ладно. Давай так. Интересно, хозяин дома, нет? Ах, ё! Сраный капкан. Еще дверь. Пока сихи есть. Докинул. 3. Никого нету. Ждем. Взрывайся. Так, почекаем. Еще дверь. О, уже из МВК. 2 сихи. На дверной проем. Валим. Аля гамуля. Пожалуйста, пусть больше дверей не будет. Заходим. Блин, я там думал, кто-то посмотрел. А, обычные. Ребята, сих нету. Обычная дверь осталась. Надо идти за сихами. И добить эту дверь до конца. Взял еще 5 сих. Будем пробиваться. Вон сверху открыто. Я не знаю, может быть, это просто база какая-то подстрела. Но если бы была подстрела, то слишком маленькая. Осталось, я думаю, так пару дверей и все. Зарейдим. 750-250. Кидаем одну. Встаем сюда. Так, надо отхилиться. Блин, почему и так нельзя и хилиться, и лазить в своем инвентаре? Странная база. Эй, антирейдеры, где вы? Все, погнали. Еще одна дверь, жесть. Две сихи осталось. Сидим. Сидим. 2 сихи. Всего лишь. Блин, а. Все, какой-то мудрёный дом. Сидим, ждем. Не пойму, куда идти-то. Так, чекнем еще. Спину. Шкафа нет, шкаф замурован. О май гад. Последняя сиха. Последняя. Он по кругу. Как змейкой. Уже 10 сих потратил. Ну уже. Лестница наверх. Давай, 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 ползи. И тут дверь закрыта. Отлично. Последняя дверь 250. Одну сиху надо. И там, смотрите, там нету перемычек. Там чисто, свободно. Чё, надо сиху искать? Выхожу из дома. ТП-шусь. Опять в свою халупу. Сейчас буду думать, как скрывать эту дверь. Ребят, взял 15 лимонок F1. Сихи я не могу крафтануть, у меня нету микросхем, к сожалению. Поэтому сейчас будем кидать гранаты эти. Что-то меня этот дом уже напрягает. Второй этаж тоже взрывать было бессмысленно. В перемычках. Лучший способ, я так считаю, это вот способ через двери. Вернее, по дверям. Так, если я кину, здесь сломается лестница, да?
Что делать? 750. Лестница развалится, и все будет напрасно. Так, а если прикрепить? Дамагом не выбьет? Спускаемся. Нет, кстати, дамагом лестницу не ломает. Это хорошо. 245. Жесть. Не зарежу. Ну, дверной проем, ну-ка. Вниз. Быстрей, быстрей. 100 хп. Не дамажится. Плохая идея была. Лимонки принести. Что делать, что делать, что делать? Будем думать дальше. Кое-как намутил еще 5 стих. У меня получилось крафтануть. Взорвем эту чертову дверь. Я уже не радуюсь, что связался с этим домом. Очень много затрат уходит. Посмотрим сейчас, будет толк или нет. Залазим наверх. Я раньше тоже такие ставил лестницы и не улучшал их, чтобы при взрыве ломались. Но сейчас они не ломаются. Так, и что здесь? Это выход наверх. Пусть это будет склад, плиз. Пусть это будет склад. Вот выход на крышу. Здесь вот здоровое помещение. Сейчас посмотрим, что в нем. Так, хорош. Надо осмотреться. Никто ли не идет? Что, мало ли? Прикрыть меня некому. Все, чекаем. Плиз, 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 плиз. Еще одна дверь. Жесть какая-то. Шкафа не вижу, хозяина не вижу. Вообще ничего нету. Странная постройка. Какой-то прям бункер здоровый. Ну куда ты, должно же меня привести? Еще дверь. Че, издеваетесь, что ли? Неужели здесь вообще пусто? Неужели пусто? Все, последняя сиха, последняя дверь. Наверное. Че за вот, what the fuck? Неужели здесь еще будет склад? Ну. Спальник. Последняя дверь. Спальник есть. Последняя дверь. 250. Мне еще одна сиха нужна. Ребят. Еще одна сиха. Жесть. Че, полетел я опять в дом. Вот здесь вот остался. Вот здесь. Вот здесь вот дверь стоит. Вот здесь помещение какое-то. Спускаемся по стене. 20 хп потратил. Все, ребят, момент истины. Последняя сиха, последняя дверь. Что же будет за ней? Может быть, и нифига не будет. Ну чё, кидаю. Отхожу. Ждем. Интересно, кровать разнесет? Нет? Плиз. Да, кровать разнесло. И чё в итоге? Есть печки. Ящики. Чекаю печки. 160 сульфы. Да. Железо. 1520 железа. Остались 3 ящика. Шкафа нету, чувака нету. Смотрим. 29 тысяч камня, 18 тысяч. Дерево, 25. Боб. Гранат. Калаш. Блин, я забыл, как называется. Болт. Я просто офигеваю. 246 топлива. ЛРК. 495 патронов. Почти 4000 МВК, 320 патронов зеленых, 2 броника, каска. Так, это все выкинем. Сульфы нету. Сульфы нету, одно железо. Идем дальше.
Так, а вот это уже интересно. Найс, блин. 10 сих, ребят. Я потратил 16. 10 я купил. 24 тысячи. 25 сульфы. И найс, 32 ракеты. Найс. 4 тысячи пороха готового. 50 тысяч железа. Больше. Стак один. Так, это сюда. Оружие. Так, железо пригодится. Это не надо. Так, патроны давай, карьер выкину. Так, стак железа забрал. 29 микросхемы. Это они мне пригодятся. Так, что выкинуть? Это состакую. А уголь тоже нужен. Уголь. Так, придется сюда еще раз идти. Офигеть. В общем, потратил 16 сих. 10 забрал. И 25 тысяч серы. Найс. Ну, чувака нету, сейчас еще раз побегу. Печи здесь, чувака нету. А, еще и вот ящик. 160 патронов зажигательных, 80 разрывных. Томпсон. А, питон, револьвер. Ракетницы есть. Топорик. Болт, ЛР-ка. Найс. Ну вот самый смак, это вот сульфа и сихи. Офигенный был просто дом. Так, мне сюда надо два раза лететь. Потому что все, я не унесу. Сейчас я это все в дом унесу. Вы видели, как по дверям, а? Это жесть. Это просто жесть. Все, всем СПС за просмотр. Опа, пойду я в дом все это отнесу. Блин, я чуть не расстроился, думал, все... Бесполезно. Потратил все свои ресурсы. Вот здесь вот в итоге было. Вот. Да уж. Ну все, всем покедова. Я сейчас еще раз сгоняю и заберу остатки ресурсов.